Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Ну, значит, немножко у нас изменилось дело с тем, как разблокировать часы, если вы вдруг забыли пин-код или графический ключ на своих часиках. Если раньше достаточно было сделать просто одну вещь, зайти в рекавери, сбросить часы через рекавери, и все, без проблем. Все, пин-код и графический ключ спокойненько таким образом удалялся. То сейчас, значит, Samsung пошли дальше. Уже этого сделать невозможно. Вот я данные часы сбросил Galaxy Watch 4 Classic через рекавери с забытым ключом, короче говоря. Графическим пин-кодом. И смотрите, что у нас здесь появилось. Вот такая вот надпись, дорогие друзья. Вот она. Пожалуйста. Настройки устройства были сброшены. Его можно подключить только к телефону, на котором выполнен вход в учетную запись Google, использующуюся, ё-моё, для блокировки устройства. Короче, вот так. Начните пользоваться приложением Galaxy Wearable на телефоне. Если раньше было можно даже часы запустить, как говорится, без проблем, без телефона, вот таким вот макаром несколько раз так вот тыкаете, потом оп, держите 3 секунды, и он входит, говорится, в систему, то сейчас этого сделать нельзя. Все. Теперь надо их подключать, короче, только с телефоном и именно с той учетной записью, в которой в свое время вы были на часах. И давайте, значит, попробуем мы это с вами сделать сейчас. Я также заблокировал свои Galaxy Watch 6 специально для этой темы. И типа я забыл парольчик. И теперь мы что, значит, делаем? Заходим в Galaxy Wearable. Это, значит, сделать обязательно для того, чтобы создать резервную копию. Сбросить мы их все равно не сбросим, но резервную копию создадим. Заходим в учетную запись. И здесь нажимаем «Сброс». «Сброс». И теперь резервное копирование данных начинается. Какое-то время это займет для того, чтобы они, так скажем, это приложение сохранило все то, что у нас там с вами есть. Чтобы нам потом ничего не восстанавливать с нуля. Когда резервное копирование закончилось, появляется вот такой вот у нас надпись. Смотрите, значит, разблокируйте Galaxy Watch, чтобы сбросить их настройки. Но мы же забыли, соответственно, сбросить не сможем. Вот так вот. Напоминаю, что данная инструкция только для тех, кто помнит свой аккаунт Google, к которому были привязаны ваши часики. Если вы его не помните, то, как говорится, бесполезно для вас эта инструкция и ваше дело дрянь. Ладно, теперь что мы, значит, делаем с вами? Делаем мы с вами следующее. Идем, значит, в Galaxy Wearable. Теперечи. Вот таким вот макаром мы идем в Galaxy Wearable. Значит, нажимаем вот три точки, вот этих три полосочки. Дальше удалить устройство и удаляем наши Galaxy Watch 6. А именно менеджер, ну плагин. Берем с вами Galaxy Watch 6. Берем. Сразу, вот сразу мы с вами берем их и нажимаем две кнопочки. Вот эти вот нижние, ну обе кнопки за раз. И держим. Их обе пока не появятся. У нас здесь с вами надпись Reboot. Вот сейчас смотрите, она появится. Вот она. И теперь берем и нажимаем несколько раз верхнюю кнопочку. А именно 3 раза. Отпустив вот эту нижнюю. И что у нас появилось? У нас менюшечка вот такая вот появляется. Менюшечка, значит, для разработчиков нам нужно, нажимая верхнюю клавишу, мы перемещаемся. Единожды вот так раз нажали, отпустили. Мы перемещаемся по этому меню. И нам нужен пункт рекавери. Вот он, предпоследний. Когда мы на него навели, мы нажали кнопочку и держим. Как только погас экран, кнопочку отпускаем и ждем, когда мы попадем с вами в это рекавери. Все, вот так выглядит у нас рекавери. Что мы, значит, с вами здесь делаем? Нам нужен пункт, а именно Wipe Data Factor Reset. Вот он, этот пунктик. И чтобы в него попасть, мы с вами берем так сверху вниз. Раз, раз. Ага, не включил я, значит, свой этот. Все, включил.
Поехали. Вот так, сверху вниз, свайпчик, мы перемещаемся. Как только переместились мы с вами на эту строку, которая нам нужна, нажимаем один раз. Раз, еще раз. Сверху вниз, хлоп. Вот до этой вот команды, фактор Data Reset. Это полный сброс часов до заводских настроечек. Нажали кнопочку, опс, и все. Ждем. Сброс часиков произошел. Теперь мы нажимаем вот этот первый Reboot System Nov. Загрузка в систему один раз однократно. И все. Ложим часики, ждем, когда у нас загрузочка, загрузятся часы в систему. Все, наши часики загрузились. А что мы, значит, с вами? Ну, здесь мы, конечно, выбираем язык. Наш язык, как обычно, все, без каких-нибудь заморочек. Здесь выбор региона, тут уж на ваше усмотрение. У меня же Россия, я выбираю Россию. Часики еще раз перезагрузятся. Так, все, наши часики прогрузились. Видите, всплыло окошечко подключения к часам. Но это на смартфонах Samsung. Если у вас не Samsung, у вас может такое и не всплыть окошко. Ну, не суть. И вот как раз таки то, что я вам показывал уже, да, вот она, эта блокировочка, все, которую вы здесь никак не обойдете. Раньше можно было бы, допустим, даже без часов запустить, вот так вот нажать, потом 3 секунды подержать, и часы бы вошли в систему без смартфона. Сейчас же это, так как они заблокированы, невозможно. Поэтому нам нужно их подключать к часам. И еще раз повторюсь, если вы знаете аккаунт Google, к которому раньше ваши часы были подключены, тогда это инструкция для вас. И если нет, тогда нет. Вы не сможете ничего сделать. По крайней мере, сейчас. Так, теперь мы заходим в Galaxy Wearable. Дальше. Добавить устройство. Всплывает наш Galaxy Watch 6. Мы их заводим. Здесь дальше, как обычное подключение до некоторого момента. Здесь мы принимаем условия. Поехало дальше. Подтверждение. Сейчас загрузка программного обеспечения, в частности, так как мы их удалили из Galaxy Wearable, то удалился плагин. И он сейчас прогружается. Сейчас плагин погрузится. Начнет загрузка настройки часов, или вернее синхронизации. И вот здесь всплывет одно интересное окошечко на наших с вами часиках, о котором сейчас я вам и покажу. Всплывет с двумя выборами. Какими? Ну, еще мы здесь даем все разрешения. Продолжить. Дальше разрешение. Еще раз на уведомление и все остальное. Вот здесь раньше мы могли, в принципе, хотя нет, тоже надо принимать условия. И теперь вот пошло подготовка синхронизации. Так, видите, всплыло у нас, значит, вот такая вот штука. Оно может не сразу всплыть, может всплыть, когда у вас до конца все загрузится. Здесь у нас просто всплыл такой выбор. Либо ввести пин-код, либо выбрать учетную запись Google. Естественно, мы пин-код и рисунка с вами графического ключа не помним. Будем выбирать учетную запись Google. Выбираем ее. И теперь сейчас смотрим, дорогие друзья, что у нас происходит на телефоне. Потому что все следующие действия нам как раз таки будет надо делать на смартфоне. Всплывает обычное окошечко. Если у вас оно не всплывет сразу, там может появиться, вот введите пин-код там на устройстве. Кстати, это тоже может быть, да, поэтому вам ничего не надо. Здесь также сделайте выбор Google аккаунта и здесь ничего не трогайте. Через какое-то время у вас загрузится именно это окошечко. Сейчас я вам покажу сначала, что будет, если мы выберем не тот аккаунт Google. Ну, допустим, вот этот я сейчас возьму, который точно знаю, что у меня не был подключен к моим часам. Смотрите, что произойдет в данном случае. А потом выберем тот, который нам действительно нужен. Все, ошибка. Не удалось разблокировать устройство, произошла ошибочка. Повторить. Все. Опять идет по новой все, как вы видите. Опять сейчас надо будет мне подключать все заново. Сейчас часы сбросятся. Все, сбой установочки. Сейчас они опять прогрузятся. Добро пожаловать, появились. Я опять их выбираю. И все заново.
Вот как раз я говорил, когда он в первый раз, что если у вас до загрузки еще не всплывет это окошечко, то оно может всплыть вот в таком состоянии, да? Раз, разблокируйте устройство на часах. Естественно, мы не помним, мы нажимаем аккаунт Google, и у нас всплывает окошечко. Теперь я нажимаю продолжить дальше, так как у меня именно к этому аккаунту было все подключено. Подтверждаю. И сейчас посмотрите, когда он подтвердит аккаунт, именно тот, который у вас уже был, он у вас всплывет опять на выборе аккаунта Google. Все, видите, получение данных, учетная запись Google. Все, он вошел, подтвердил. Теперь я могу пропустить и не входить в учетную запись Google, но мы пропускать не будем, мы сразу войдем. Вот видите, надпись пропустить. Продолжить. Опс. И теперь уже все. Сейчас пройдет настроечка, он войдет. Дальше восстановление из резервной копии. Все как обычно, короче. Ну, давайте все-таки я доведу до конца, чтобы мы это с вами точно все помнили. Проверка. Выберите приложение для часов. Продолжить. Все. Теперь автоматическое резервное копирование. Проверяет наличие данного приложения Smart Switch на устройстве. Если его нет, оно его закачает. Мы разрешаем. Проверка наличия резервной копий. Вот она, последняя моя резервная копия, которую я делал как раз-таки, когда сбрасывал часы, вам это показывал. Я нажимаю, естественно, восстановить. Все восстановится у меня, как обычно. Теперь дальше смотрим. Восстановление завершено. Идем дальше. Ну и все. Дальше уже обычный выбор. Задание там целей, задач и так далее и тому подобное. Все, завершение настроечек. Ну, как обычно, в принципе, вам уже знакомо, если вы вообще имели дело с часами Galaxy Watch 4, 5, 6 там, и даже если меньше. Все, готово. Дальше начать. Тут, короче, дальше объяснять уже не буду. Все и так ясно. Ну, надеюсь, вам эта инструкция хоть как-то поможет. Поэтому подпишитесь. И если вам, ну, хочется, конечно, лайки, там, подписки, не забудьте.